Здравствуйте. Доброго времени суток. Салам алейкум. Следующий день. Заказ где-то примерно на 2 часа уже должен быть. Начало третьего. У нас там в новом поселке, ну где у меня новый участок. Будем место под баню какое-то делать. Планировку. Выборку грунта. По идее, самосвал, загрузка и отправка этого грунта на другой ДНП, на другой участок. Ну, короче, перемещение материала. Вчера все меня тревожит такая мысль, что может цены поднялись, потому что вчера вот в коттедже я работал по 2300, да? Я человеку сказал 2300 в субботу, и он без проблем сказал, да, все нормально. То ли в воскресенье никто работать не хотел, то ли 2300 это сейчас цена нормальная, то ли человек не знал, то ли я не знаю чего-то. Короче, непонятно. То есть он даже не удивлен был, что цена такая и вообще без вопросов. То есть как бы тут такие немножко непонятные аспекты. Что там, трактор стоит? Нет. Стоит. Завести его надо, прогреть. Ну что, посмотреть, что там с маслом, с этим сальником, есть ли там подтеки или нет. Сегодня, вчера не было подтеков. Ну что, смотрим. Нету никакой ручейка, смотрите, все сухо. Вот как было оно все, так оно и есть. Обычно такая здесь дорожка была. И все сухо. Что за паранойя? Это вот там было все, вот этих разводов. Я не вытирал просто. Это течет сапуна, то что нету. Интересное, конечно. Блин, по веткам все фигово. Вот ветки мазут по всему трактору разносят, когда по деревьям ездишь. Есть трактор обосранный мазутой. Вон, все в мазуте. Я со стекол-то подтирал как бы. Ну что, откроем. Экскаватор там полноповоротный молотит. Нехило. Так. Ну что, заведешься, нет? Стартер пока крутит. Ну, трубу вот так, короче, сделал. Ну, в принципе, нормальный вариант. Вот так у меня он заводится. Полноприводная Volvo тоже. ПГС возит. Вот их два, скамейка и Volvo такая полноприводная. Два кента. Когда я его вот загружал, когда у него эти порвались. Ой, забыл он. Этот бок закрылся и все там обосрало. Так, надо чуть-чуть продавить и шприцевать маленько пару точек, потому что сейчас
копать, я так понимаю, придется. Заехал в гидросканд, купил шаёбочек этих. 5 шаёбочек стоят 120 рублёв. Кончились у меня такой размер. В GCB вообще должно стоять резиновое колечко. Круглое. Вот. И оно должно держать. Там специальное такое углубление есть. Вот. Но можно поставить гидрошайбу. Гидрошайбу можно поставить. Все спокойно. Будет все ровно. Заказ там немножко передвинулся. Где-то на 15.30, на 16 часов. Может его и вообще не быть. Поэтому решил я заняться шлангочками. Там немножко капельки висели. Хочу... Короче, есть желание этим делом позаниматься. Надо эти капельки попытаться побороть. Вот эта скамейка сейчас продается, но без крана. Без крана ее продает. Там проблема с документами, с оформлением. Ну, видать, арест наложен. 350 она стоит. Ну, без крана будет. Может быть, есть смысл, конечно, ее купить и поставить на нее свой кран, как вариант. Тут и вал отбора мощности же есть, ком. Ну, и, естественно, свои эти бумажки. Но, думаю, быстрее бы границы открыли, чтобы купить этот ком от самосвала, поставить на эту коробку и на свою... И все, и можно сканию осуществить. Сейчас пока взял паузу, не могу понять, что делать. Либо вот купить другой полностью готовый манипулятор, пусть разбитый, там раздроченный, но с документами и с комом, да. То есть вал отбора мощности есть в коробке, есть гидронасос. Но у меня гидронасоса нету и отбора мощности нету. То есть надо все это городить, короче. Пока немножко не ясно, чего делать. Да и нету времени когда делать. Вот даже если бы сейчас все это валялось у меня, говно и все запчасти, как бы я что сделал, если мне нету времени, блядь, делать там. То есть, понимаете, время кончается, времени вообще ни хрена нету. Его просто тупо нет времени. Или спать, или копать. Или спать, или копать. Стану здесь вот за магнитом. Пускай едет спокойно, я за ним поеду. Хуял, колеса вообще в усмерть, просто лысые задние. Офигеть, нахуй. Просто ровное колесо. Так, ну задача здесь вот выбрать грунт под баню и гараж. Я не знаю, тут работы дофига и больше. Но сегодня, я думаю, самосвал не нужен, потому что тут работы и так дофига. Без всякого самосвала сейчас щебень надо убрать, чтобы... был проезд туда за дом и выбирать все это дело. Ну, ладно, что, время 16 часов, будем работать. Я думаю, тут дня, наверное, на 2 работы, может быть, не знаю. Там за дом площадку надо 6x7 выровнять, то есть грунт надо сверху скинуть вниз, поднять уровень и выбрать площадку. Дело в том, что там неудобно работать, ну вот надо вокруг дома ездить, потом загружать самосвал, то есть кататься, перебежки трактора такие большие. И здесь въезд надо сделать. Здесь въезд во двор, а там будет гараж, что-то такое, какая-то... Какая-то мутка непонятная.
этот вот строил я, ну, я имею в виду фундамент, это все скважину, кабель в том году вот мы делали. С еврейчиками работали в том году. Что, будем работать? Стою криво, переколки. Как там шевели? Начал уже. Надо, я как бы всегда начинаю хоть одно какое-то место ровное сделать, чтобы с которого уже трактор ровно стоял и гнать уровень. Потому что так вот как бы не делать ровное место под трактор тяжеловато. Ну, можно, конечно, я не спорю, но тяжело как бы воспринимать горизонт. Поэтому лучше выбрать себе место как бы. Уровень, от которого гнать, уже все понятно становится. Заглублять комнату, углублять. Да нету где такого места. Маловато понимать. Камешки какие-то есть. Под землей. Здесь еще кабель идет, он не глубоко закопан, поэтому. Вначале под кабель какую-то еще подушку сделать, чтобы по нему ездить. Мне не хотелось бы его повредить, конечно. Получается, лапы сейчас криво стоят, как криво, и поворотом ковша приходится, ну, двумя рычагами играться. Когда горизонт делаешь, так горизонтально, поворотом стрелы вообще удобно работать. Одним рычагом только считаю. А так сейчас получается, что мне надо играться стрелой, играться, чтобы уровень менять. Здесь пока что камешки небольшие, такие, можно сказать, детские. Белоруска сюда с щеткой приезжала, что она тут хотела сделать, непонятно, что это может сделать, это супер техника. Камешек, кстати, потом его оттуда заберем. Ну, вроде как такой уровень хотел. Водитель работ. Предварительно, короче, уже как бы все есть. Это вот такой уровень. И все, ну, извините, все. Телефон в руке, трактор качается. Ничего поделать не могу. Я не Стивен Спилберг и не делаю художественные фильмы. Просто то, что я вижу своими глазами, является одновременно доказательной базой. Мало ли качели начнутся с заказчиком или что-то еще. Так, у меня есть видео, на основании которых я могу доказать, что я работал здесь. И всякое в жизни может быть. Хитрецов же много на свете, поэтому как бы надо желательно все это по максимуму предугадать. Ну, вот так вот сделал. Заехал за дом, черпаю отсюда и подсыпаю, где кабель должен идти. Ну, где-то здесь он идет. Но уровень надо поднимать, а перед комнатой не получается сделать.
кадром все равно ровнее. Можно всегда перенести с места на место все. Вот земля, например, его убрать. Можно ее просто оттаскать. Ну, я его беру. Камни вот тоже отдельно здесь складываю. Собираю, потому что все равно кабель глубоко, черт его знает, надавит на кабель, потом, блядь, проблем будет. Все засыпет, а потом окажется, что толка нет. Лучше перебздеть, спокойно, блядь, убрать эти камешки. Вроде маленькие, но, блин, крайне острые, беды натворить. Они могут натворить, могут не натворить. Но для чего это все экспериментировать? Может, не может, прокатит, прокатит. Лучше сразу все попробовать избежать. Я жду машину с боем бетона. Себя так хочу сыпать. Ой, бетона дешевая. И ПГС можно за 6, за 7 взять. Ну, бывает такие варианты. Но средний ПГС 10 рублей сразу. 15-кубовая. Вот, а бетон дешевле. Ну, как для меня еще тем более. Я считаю, людям-то помогаю реализовывать это все. И немножко другая цена, не как клиенту. Потихонечку поднял. Здесь еще под себя подсыпать. Можно, в принципе, продвигаться. Дальше там скважина. В тенечек заехал, а то на солнце жарко. Сегодня где-то плюс 15-17. Жарко было. Thank you.
нет, прямо нет. Хорошо, еще тоже. Какой-то карман придется делать, которым мне будет разворачиваться и забирать груз и грузить самостал. Примерно вот такой. Здесь надо кабель убрать. Кабель неохота кабель травить. Провалились, опять начинает трясти. Как-то вот так вот примерно должно быть. На глаз. На глаз как-то вот так вот. Нивелира, конечно, нету. Как обычно, уехали, сказали, делай, как считаешь нужным, делаю, как считаю нужным. Ну, мы строители, если никогда не работал, первый заказ. Может, с кем-то общался уже долго меня, потому что буквально все знают друг друга. Вот как-то, вот так вот. Буду делать здесь заезд, там все победил. Примерно ушло час. Буду здесь вот подборную стенку строю из камней, чтобы не обсыпал бы грунт. Вот зеленка немножко есть. Зеленка пока сюда. Положу камешки сюда. Сейчас это вложу. Из них сделаю подпорочку. И в принципе должно быть все нормально. Единственное, что надо чередовать и ПГС, и камни, потому что если просто одни камни ложить, ПГС не посыпать, не слоевое, получается, что, ну, у тебя пустоты будут. Я просыпаю, не знаю, как там надо делать. Я просыпаю, в принципе, и всегда было нормально. Какие-то определенные камни я убираю. В сторону, а потом просто их берешь и работаю, если они дальше нужны будут. Вот всегда можно взять и положить куда надо. Обычные камни никогда с объекта, ну, не уезжают. Но есть люди, которым не нужны камни, а потом они ходят, ищут материал. Всякие люди бывают. Уже такое было и не раз.
делаем, увозите камни, а потом оказывается, что надо на соседний объект эти камни перемещать. Ну ладно, что, начинаем возить назад. Такая вот фигня. Конечно, вот здесь вот яма это есть водосточная. По идее бы здесь положить трубу, но что-то строители как-то, я не знаю, как-то на это смотрят по-своему. С обратной стороны из 4-3 такое же, короче, говно, они клыки, поэтому если будет метатек брать ковши, говорите, нормальные клыки давайте, а не хуету. Может быть, конечно, они сейчас другие уже клыки ставят, но на тот момент, короче, когда я покупал клыки, конечно, говно полное. Они лопнули, как понимаете, они получаются не стальные, а чугунные какие-то. Да. Получается, что они говняные. У меня еще такого не было, чтобы булки лопались. У меня было, что GCP-шный булк оригинальный пополам сломался, я в трубу вставил булки, и у меня сломался пополам лык. Это да. Ну что, выявляется. Вот так вот было, что оно сломалось. Такого у меня не было. Главное, обратная сторона сломалась. Наружная сторона, а обратная. Блин, вообще так. Почему это так? Смотрите, да. Наверх, чтобы полегче было взять. Там лопа полностью, да, ушла. Клыки не сломали до конца, у меня клыков-то нифига нету, больше ее подпишут. Сейчас хуйню, что ли, приедет она. Не знаю, она позвонит было на Диму, уже там есть клыки. Может быть, резко так сломается, и у меня их нет, и что делать? Они сейчас узнают, есть клыки или нет. У официалов. У них вроде были какие-то дешевые. Небольшие.
что-то криво стоит, мне это не нравится. Говорит нормально. Опускай, все. Немножко подрезать сказали здесь. Грунт. Поровнее. Будут, скорее всего, подборную они делать. Водить не будем, такое ощущение, что нет смысла сегодня самосвал вызывать. Ничего не спланировано. Вернее, выработка не сделана. Мешочки такие тут спрятались у нас. Жду машину, не знаю, будет машина, не будет, пока ищем. Вольво 16, почасовая. Два рубля. КамАЗ есть 20-ка тоже по 2 рубля. А старые КамАЗы по 1600, 1700, 1500. Все заняты как бы. Хотелось бы, конечно, сегодня это увезти, чтобы я завтра начал. Не принципиально, я могу и завтра позже и завтра работать. Просто хотелось бы, раньше сегодня я работаю, увезти вот машинки две делать. Звонка. Я все вот взрыхляю, чтобы можно было фронталом грузить. Там не подземные какие-то. Кстати, Вольвы сегодня не будет, и считаю, уже рабочий день закончился. В итоге, блядь, начали в 4. Вот такая два начали, у меня было все уже наведено, ну, накопано бы. И тогда бы уже назвал бы грузину и не успел ничего накопать. Thank you.
Накладываю немножко бетончик. Ничего не сделалось. Машин нету. Поеду сейчас. Когда тепло плохо, пылюка большая, блин. Здесь картина с они ПГСом это заваливают. Одна машина 8 или 9 рублей или 10. Вот так вот, представляете, какая тут тачка. Там глубина-то нехилая. Да. А у меня там вообще все сухо. А здесь вот вроде с виду сухо, копнули, а там болото, а у меня вообще заебачь. Интересно, как так? Время 10 часов вечера, 14,5 градуса. Что-то город полупустой, походу все отпуск свинтили.